Здравствуйте, друзья. Сегодня... Завтра. Здравствуйте, друзья. Мы находимся сегодня в парке Музеон, где свое новое мероприятие будет проводить с завтрашнего дня наша любимая автокультура. Мероприятие будет называться «Автомобиль как искусство». Сегодняшняя наша задача – побывать на подготовке к этому мероприятию, позадавать умные вопросы, получить умные ответы, ну и вам, собственно, попасть на эту кухню подготовки мероприятия. Пойдемте. Никита, здравствуйте. Привет. А зрители нашей телепередачи очень интересуются концепцией вашего мероприятия. Что вообще здесь будет происходить? Здесь будет происходить праздник автомобильной эстетики, как бы мне хотелось это видеть. А в чем же он заключается? В том, что у нас, как я уже повторялся, автомобили красивые, интересные, и стоят они на газоне, еще и в окружении интересных архитектурных форм в самом центре Москвы, в парке музея Музеон. Скажите, пожалуйста, а причастность ваша какая-то есть в том, что трава такая красивая? Может быть, вы ее подкрашивали как-то или что-то типа того? От забора до полудня. Скажите, пожалуйста, Никита, как отразился дождь на вашей подготовке? Так сказать, мы были готовы ко всему, и наша готовность оправдалась. Это не отвечает на мой вопрос. Ну, так сказать, моральная выдержка, держать ряды, не сдаваться, за нами Москва. Ну и вокруг вообще-то тоже. Вокруг тоже Москва, да. Скажите, пожалуйста, автомобили, если они стоят на траве, да, то есть они мнут траву, там капает масло, ну это старые автомобили, там 100% капает масло. С экологами проблем у вас не будет никаких? Ну, мы надеемся, что не будет, потому что данный газон не является охраняемым государством. Я, ну, как бы не на первом мероприятии выступаю, сам организатором тоже выступал, и знаю, что всегда есть какие-то проблемы. С чем, может быть, вы сталкивались? Слушай, у нас тут любое мероприятие, которое происходит, оно, как я уже говорил, в какой-то момент начинает жить своей жизнью. И вы можете, конечно, пытаться ко всему подготовиться, но так никогда не бывает. Потому что в нашем случае, например, погода очень смешала карты, да и недавние... Надо сказать, события тоже, в общем, отразились. То, что у нас перенесли из-за них детский праздник, последний звонок. И там вот по-другому сейчас будет работать вся входная группа в парк Горького. И ресторан, в котором мы планировали выгуливать наших дорогих гостей, тоже день будет занят тем, что он будет просто закрыт из-за того, что там праздник школьников. То есть школьники испортили весь праздник автомобилистам? Не школьники, а, так сказать, я бы сказал, пригожий денек. Поход, да? Тот знаменитый поход в Москву. Да. Какие-то еще трудности, сложности? Слушай, ну, всегда есть технические сложности у любого мероприятия. К сожалению, у нас, так сказать, некоторые владельцы автомобилей и мототехники проявили некоторую несознательность. Принадеялся, привезет нам очень много красивого. Скажешь... Это, кстати, очень печалит, надо сказать, потому что техника очень достойная экспозиции. Ну, видимо, им что-то какое-то, да, поступило лучшее предложение, и кто-то захочет, возможно, посмотреть события. Я очень на это рассчитываю. Кстати, надо сказать, что поскольку у нас в том числе будет один старый гоночный Дукати, который даже участвовал в гонках на острове Мэн в ТТ. В каком году? Я, честно, точно не скажу. Классический, современный? Нет, в классическом.
Вот. И будет его владелец Евгений, который, возможно, потом у нас снимется в программе для YouTube-канала и даже расскажет об этом как-то более подробно. История, конечно, очень интересная, потому что это идеально отреставрированный мотоцикл старый. В общем, когда смотришь на такую технику, конечно, ну, человек, который любит технические... человек, который любит технику, не может остаться равнодушным к подобной вещи, особенно с таким провинансом. Это, мне кажется, просто невозможно. Кстати говоря, пройдемте еще немного дальше, я вам тоже очень интересную вещь покажу. На машине-то будем смотреть? Да, давай, если желаете, Никита, можете прокомментировать, конечно, любой автомобиль. Я в первую очередь, конечно, хотел бы поинтересоваться, почему так мало американской классики и почему так мало советской классики. Многие зрители прям ради этого же идут. У нас сегодня заезд в ночь, поэтому много машин, большинство приедет прямо вот сейчас практически. То есть будет еще и Америка, и советские автомобили. Ну, Америки будет, кстати, не очень много, но, может быть, с вашей помощью в следующий раз их станет больше. Так, здесь мы видим продолжение... Здесь мы ничего не видим пока, да? Продолжение экспозиции с памятниками. Это бетон, да, насколько я понимаю? Здесь должны были... Он замечательный, но, так сказать, это ужасная, ужасная трагедия. Значит, их отсутствие привело к тому, что у нас есть некоторое присутствие. Вот у нас, например, сейчас вы можете смотреть на Jaguar XK120, который был сделан для мили-мили, для участия в оригинальной мили-мили. То есть машина с совершенно бешеным провинансом, я считаю, что это просто... То есть это гоночный автомобиль вообще? Это автомобиль, сделанный конкретно для мили-мили. Выглядит как гражданский абсолютно. Ну, так и есть. Это автомобиль принадлежит большому другу нашего проекта, господину Паньковскому. И вот эти вот, по-моему, здесь парочка еще тоже. Да, все верно. Очень красивые. Приходите все обязательно посмотреть, ну или посмотрите потом отчетный репортаж от автокультуры. Скорее так, да, потому что вряд ли вы успеете так быстро все это смонтировать, потому что мы завтра уже откроемся здесь. Все верно, потому что мы готовимся кое-как. Никита, я так предполагаю, что какое-то деление мероприятия по зонам будет, да? То есть да. Автомобили будут стоять по какой-то логике. Расскажи, пожалуйста, немножко. В общем, у нас будет... у нас был план, мы его придерживали. Вот, у нас будут разные, так сказать, зоны, да, то есть будет зона амалгационных автомобилей, там легенды мили-мили, там входная группа будет, тоже там как-то интересно расписано. И вот отдельно хочу сказать, там будет зона японских автомобилей, шведских, там небольшая зона американских, к сожалению. Вот, Мерседесы, БМВ, Ягуары, но будет одна зона, которая очень интересно называется, мне прям отдельно понравилась. Там, значит, будут стоять автомобили класс тяжелый люкс. Это будет советский ЗИЛ, и рядом будет Toyota Century и Nissan Президент. А за ними будет стоять несколько москвичей. Как думаешь, как можно назвать подобную зону? Классовая борьба. А меня одно смутило. Там будет стоять ЗИЛ. ЗИЛ, насколько я знаю, грузовики выпускал. Нет, это будет гражданский ЗИЛ. Гражданский грузовой ЗИЛ? Не грузовой. Это представительский лимузин. Открытие для меня. Выставка планируется очень разнообразная. Что? Даже грузовики должны приехать. Даже грузовики гоночные. На нее приезжали. А Никите спасибо за очередное очень интересное мероприятие. Спасибо, Никита. Пока что не за что. Вот уже, например, москвичи завезли. А, простите, это Мазда. Пойдемте посмотрим, что еще есть. А на этом газоне у нас спорткар. Это Феррари серебристого цвета, довольно редкий цвет для автомобилей Феррари. Хотя, подождите, табличек пока нет, написано Акура. Акура. Только на мероприятиях автокультуры вы можете встретить Тестероссу. А потом... Еще одну Тестероссу. По фирменной фордовской ливрее мы здесь безошибочно можем определить Ford GT40.
счастью, в этот раз... А тут у нас ВАЗ-2109, правда, с переделанной задней частью. Там багажник образовался у нее. Ну, из хэтчбека сделали седан. Вот, а это, насколько я знаю, не совсем советский автомобиль. Это итальянский. Это Fiat 124. Ну, непонятно, как она, конечно, оказалась в экспозиции советских автомобилей. Но я думаю, что-нибудь придумают. Тут я уже по шильдику давно определил, что это Porsche. Правда, вот таких вот двухдверных, низких, я давненько не встречал. Тут вот ралли Архангельское, очевидно, раллийный автомобиль, что подчеркивается, собственно, вот такими багажниками для дополнительных запасных колес, для... Очень редкий полноприводный второй гольф, раллийный. Всем известно, что в парке Музеон сосредоточено огромное количество брошенных советских памятников. Но есть здесь и более-менее современные памятники. Например, памятник всем сгнившим BMW 90-х. Настоящая японская классика. Mitsubishi Lancer в очень красивом карбоновом обвесе. И как вы прекрасно помните, именно на таком Aston Martin в своем последнем фильме гонял Джеймс Бонд. Присутствуют на выставке и достаточно современные автомобили. Например, BMW модели CS 2000 года выпуска. Тут вот легендарное крыло Чайки, первый Mercedes S-класса и первый SLR, даже, по-моему, AMG. Британская классика, Lotus, как в фильме «Красотка». Чуть поодаль притаился очень редкий москвич князь Владимир. Стоит безумных денег, найти практически невозможно. АЗЛК «Дуэт». Очень приятно, что на этой выставке присутствуют и кастомы. Тут мы видим переделанную в купе «Победу». И уже давно всеми забытый автомобиль. Ишкомби. Первого поколения. И второго поколения. Легендарная Subaru VRX STI. Это раллийный автомобиль, который, очевидно, был подвергнут серьезной модификации. У него заварены задние двери и зашейвлены дверные ручки. Единственный представитель американского автопрома – Lincoln Continental, пятое поколение, 73-й год. Под капотом его – огромный V8. Это представительский седан, пожалуй, самый желанный автомобиль всех богатеев Америки. И, кстати, пока я шел, мы преодолели 5,8 метра. Привет! Наших телезрителей очень интересует, на чем ты приехал? Я приехал на Jaguar XK 150. Вы документы отобрали уже? Еще нет, но я думаю, в процессе никуда не выпускают. Тебе надо в машину сесть, Леш. Ладно, я так понимаю, вы на выставку? Конечно. А почему ночью, почему не днем? Я не знаю, меня позвали, приезжай ночью, когда зовут куда-то ночью, я обязательно еду. Я так понимаю, это какой-то японский DeLorean, верно? Почти, да. Мотор тоже сзади у него? Да, сзади. А объем какой у двигателя? 660 кубиков. Это какой-то от мотоцикла, скорее всего, да? Ну, почему полноценный, трехцилиндровый, от Suzuki. А как вы попали на выставку вообще? А вы такой большой, а машина такая маленькая. А что вы тут делаете? Расставляю машины. А в данный момент? Вы спали днем? Да. Autozam AZ1. Ну, это не самый новый автомобиль, да? Как владельца такого уже Youngtimer'а, наверное, тебя очень сильно волнуют цены на электричество. А, то есть там, значит, полный багажник денег? Ну, нет, не совсем. Там пусто. А что это за автомобиль, не знаете? Это BMW E12, 77-го, кажется, года. Вот, что ж, стоит 525-й. Почему запорожца сзади у старых моделей две выхлопные трубы? Почему? А потому что если он сломается, а он когда-нибудь сломается, можно взять его сзади за выхлопную трубу, как тачку, и увезти домой. Хоп! А почему вы ее перестали расставлять? Продолжайте, пожалуйста. А завтра на работу не надо? Нет, вот сегодня последний день отработал, теперь 2 дня отдыхать, веселиться. Завтра пятница. У меня выходные. У меня хаотичный график, как у любого ненормального человека. Понятно, богач. Ну, сколько у вас энтузиазма вообще, что вы ночью, а завтра еще на работу, наверное, верно? Не надо. Не надо на работу вам завтра? Завтра пятница, вы знаете. Ничего не перепутали? Понятно, тоже богач.
А скажи, пожалуйста, ты вообще на выставку пойдешь сам? Конечно, взял уже билет на все 3 дня. 3 дня? А сегодняшний бесплатно, что ли? На этой печальной новости я вынужден вас покинуть, потому что утром в 10 утра я должен быть здесь, еще в состоянии огурец. Что будет уже непросто. До свидания, джентльмены. Рад был всех вас видеть. Отдыхай.